Праздничное оформление, как и главная городская елка на улицах Иваново, в этом году появилось раньше обычного. По традиции новогодние гирлянды украсили сквер Якова Горельна, площадь Революции, проспекты Шереметьевский, Ленина. Появится и новая иллюминация. Такое поручение дал глава города Владимир Шарыпов. Задача была поставлена увеличить количество точек, количество мест, которые будут украшаться. То есть мы сначала сделали то, что было выполнено в прошлые годы. Вот, эти работы будут доделаны на этой неделе. Соответственно, со следующей недели приступим к оформлению других участков. Сейчас уже полностью украшен не только сквер около памятника Якова Горельна, но и рядом с кинотеатром «Современник». Новые светодиодные украшения, яркие консоли в ближайшем будущем смонтируют на улице Лежневской. Ждет ивановцев еще один сюрприз. Это размещение на улицах нашего города новогодних подсветок. Лазерных подсветок с проекцией на здании, которые, конечно, никого не оставят равнодушными. Благодаря лазерной подсветке на фасады домов будут проецироваться сказочные узоры. Монтажные работы начнутся совсем скоро. Средства на праздничное оформление города выделены из бюджета. Кроме того, поступают деньги от спонсоров. Красочная иллюминация будет радовать жителей до Старого Нового года. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.